Как очень быстро заработать 1 миллион чипов в игре Toilet Fight? Смотри до конца, ты будешь просто в шоке! Последняя цифра лайка покажет кто-то из вселенной Скибиди. Так что ставь лайк и узнавай, кто ты. А также напиши результат в комментариях. Будет очень интересно почитать. Всем привет! И в этом видео я расскажу несколько способов, как заработать целый миллион чипов в игре Toilet Fight. Так что смотри максимально внимательно, от начала до конца, без перемотки, чтобы не пропустить очень много важной информации. А также ставь лайк и подписывайся на мой канал за мои старания. Первый способ максимально эффективный и очень легкий. Тебе нужно умирать в игре с помощью автокликера. За каждую смерть вам будут давать по 25 чипов. Это значит, что ты просто каждый раз можешь умирать с автокликером и зарабатывать около 25 чипов за каких-то 10 секунд времени. Как по мне, этот способ очень простой и быстрый. Второй способ заключается в том, чтобы просто смотреть много рекламы с автокликером. Не самый лучший вариант, но он тоже эффективный. Ну и третий способ самый жесткий. Если ты досмотрел до этого момента, то ты легенда. Как вы скорее всего знаете, в игре есть много разных промокодов. В основном эти промокоды выдаются разным ютуберам. Но мало кто знает, что есть специальные промокоды, которые есть только у тестеров игры. Мне удалось связаться с одним из таких людей, и он слил мне все промокоды. Посмотреть промокоды можешь по ссылке в описании или в шапке моего профиля. Ссылка ведет на телеграм-канал, в котором и находятся все промокоды. На этом ролик подходит к концу. Не забудь подписаться и поставить ролику лайк. Всем пока!